уже была в этой комнате раньше. Я знаю, что это такое. Странные картины. Черт. Из нас может быть не одно лицо. Это похоже на портрет Стауфа. Я еще никогда не встречал подобной живописи. Весело. Стауф изменил свое лицо, а мне надо все вернуть назад. Эта головоломка не так проста. Оказывается, у Стауфа может быть не одно лицо. Умереть можно, пока ты решишь. 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 ты решишь. Умереть можно, пока 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 ты решишь. Магическое число гостей? Я так не думаю. Нет! вероятно, я проиграл. Я собрал все звуки в нем. Главное здесь точно повторять все движения. Нашел следующий ход. Мне что? Тоже нужно играть. Интересно, кто это придумал? Стой спокойно. Стой спокойно, кому говорят. Мальчик наш, Брайан. Отпусти его. Мальчик пойдет с нами. Нет, мальчик мой. Я решил загадки. Я выиграл. А ну, отпусти его. Прочь с дороги. Отдай мальчика нам, Брайан. Мы знаем, что ты хочешь сделать с ним. Ни за что! Быстро! Нож! Я хочу домой. Забери, мама, меня, забери меня отсюда. Мама, помоги мне. Я жду тебя, мама. Сдаешься. Тебе повезло. Куклы? Зачем Стауф собрал в этой комнате столько кукол? Зачем? Я, кажется, понял. Я понял, зачем. Вы видите? Вам не знакома эта вещь? Вот это. О, да. Я узнаю ее. Я видела ее в соседнем доме. Там жила девочка, которая потом умерла. О нет, это кукла. Я понял, понял. Стауф переселял души детей в куклы. Потом дети умирали, а куклы возвращались к Стауфу. Так он воровал души детей. Вот в чем его волшебство. Да, вот. Похоже, это так. Как много здесь кукол. Что? Что вы сказали? Здесь 49 кукол. Стауф собрал целую коллекцию. Не хватает ровно одной. Еще один последний гость. Нет. Нет, он уже здесь. Я видел его. Он убежал. Теперь я знаю, ему грозит опасность. Как ему помочь? Что делать? Что делать? Мы найдем его и поможем выбраться из дома. Только так его можно спасти. Вы ищите его на первом этаже, а я займусь вторым. Мы должны найти его раньше остальных. Должны! Три маленьких слова. Вот и все, что нужно найти. Ну, это обычная буква. Я понял. Здесь нужно сложить слова. Когда я был маленьким, я видел нечто подобное, но прошло столько времени. Отлично.